Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, да и вообще, в принципе, наших каналов, потому что здесь еще будет два человека со мной интересных. Это Райан. Привет. И с нами еще будет Кикс. Да. Сикапец. В общем, Run. В общем, сейчас я решил усложнить задачу. Вернее, мне предложил это, в принципе, сам Физит. Он сказал, давай мы возьмем еще одного человека, который вообще не знает русский. Помоги, бежи. Иди сюда. I'm kill этого зрика. Не. У меня есть. Иди со мной. Окей, run. I'm going to you. Давай, go. Где ты? Вот так. Я постараюсь играть с этими двумя ребятами. Один как бы знает русский, а второй вообще нет. Это будет хардкор. У нас будет переводчик личный. Kicks. He said he's telling everybody that one person knows Russian and the other one has no idea how to speak. О, сзади нас какой-то парень. Я его отпугнул. У меня есть просто меч. Иди сюда. У меня тут деревянный меч. Wooden sword. Do you remember my Chaks intro? Yes. Ребята, я хотел сказать то, что в начале этого видео было интро. Это интро сделал, кстати, вот этот человек, который Kicksit. Ссылочка на его канал будет в описании. Он сделал интро специально для голодных игр, которое теперь у него будет только на голодных играх. Это реально очень круто. Вот, в общем, подпишитесь на его канал тоже, потому что он реально классный парень, но он не знает русский. Давай я Kicks. He just said to everyone that he will be using the intro that you just saw is the one made by Kicks. Да. Да. Он не знает, чего сказать. А, да пусть говорит, что хочет. В общем, ты поднимайся. Ты где? Это ты? Это я. Я стою, скидываю всех. Are we going to spawn? Да. О, видишь, там мальчик, вот там. О, вижу. Kill him? Я сейчас убью. А, be careful. Хакер. Ааа! He killed me! Сика! Going to... Вам нужно встретиться, давай, беги к нему. А, ты будешь смотреть? Да, беги. Как, кстати, вы можете заметить, то у Fuse-то есть плащик, и этот плащик, он не оптифайновский, хоть у меня есть оптифайн сейчас, вот, но он не оптифайновский, это плащ с Майнкона, это официальный плащ, Fuse был на Майнконе. А Kicksit был на Майнконе? Не. Вот, и что еще хочу сказать, то что Kicksit, он, кстати, не американец, он из Британии, он англичанин. Вот, Kicksit, do you like Russians? Yes. Сверху был сундук, ты пропустил? Да. Он не понимает, он только будет... Я знаю, что он не понимает. Сика. О, тут на middle. Kicksit, you got spawned, where are you? Kill him! О, Diamond Sword, run! No! Spawn! Fast! Давай! Yeah! Вот вообще nice, very! Armor, Kicksit, get armor! Give me chestplate. Helm, iron helm, Kicksit. Give. Iron ingot. Okay. У меня есть. I have one. Так, yes. Рядом никого, ребят, с вами нет, если что. Рядом. Give me iron ingot. Рядом не находится. Да, у меня есть, я ему дал. Он хочет. А тут шлем, пусть возьмет шлем железный, он шлем железный здесь валяется. Покажи ему. У меня. Не. О, идет к вам! Какой-то противник, enemy. Да, я буду. Fuse. How do I say thank you in Russian? Спасибо. Да, спасибо. Я understand that. Видите, ребята, он вас поблагодарил за то, что вы уже подписались на его канал, надеюсь. Если вам нравится видео с ребятами, которые не говорят по-русски, и вы хотите, чтобы их было больше, ставьте обязательно лайки. Ведь когда вот вы поставили очень много лайков, и вы очень много писали, что вы хотите, чтобы я больше снимал с такими ребятами, и именно поэтому это видео выходит. А, там есть два людей. Two people, run! Да, бей его! Боже мой, он с алмазным мечом! Они друзья. Надо, team. Run, Kicks, run. Oh, okay. Shit, I'm not. Run. Так, аккуратно, пацан, он под мостом. Go spawn, Kicks. Kicks, fight. Kill him. Kill him, he alone.
Да-да-да. Арчер, короче, стреляет вас из лука. Да-да-да. Behind, behind. О-о-о! Behind. Behind. Kill him. О-о-о, kick to die. Where is he? Where is he? Where's the other guy? Вон, вон. Kill him. О, be careful, be careful. Там еще there. Один, еще один там находится. Да, я вижу, я сейчас... Run, run, run and regeneration. Да-да-да. О-о-о, no. Nice try, guys, nice try. Короче, да. Мы пытались, ребята, я играл в CSGO, поэтому я знаю парочку словосочетаний. Вот, поэтому как бы я пытаюсь что-то еще говорить на английском. Это такие, знаете, мне тоже можно сказать, что у меня хорошая попытка была. Так, ну что ж, ребята, я предлагаю сыграть еще раз, но вместе с ними. Еще раз. Да, еще раз, попробуем еще раз, да. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем играть голодные игры на сервере MCSG. Вот, и с нами... И ставит до сих пор Kixit и Fizzit. Вот, и мы сейчас попытаемся затащить. Ой, как хорошо залутался. Давай, бежи, бежи, бежи. Погоди, нет, I'm kill, I'm kill, I'm kill. Yes, I'm kill him. Этого тоже я убью. О, дроп, 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 дроп. О, давайте убьем этого пацана. И вот этого пацана тоже убьем, их обоих убьем. Я убил. I'm drop you, drop you. Вот, возьми шлем. Come on, yeah, yeah, yeah. Oh, what's this? Kicks from the spawn. I have to run. I'm kill. Yes, еще один. Сука, люди. У тебя есть kicks сейчас. Кто-то бежит за его. Fizzit, can you? Ты умеешь стрелять из лука? У меня есть лук, да. На, возьми стрелы. I'm give you arrow. Yep. All right. Where are you, kicks? I'm near this like spaceship thing. Oh, okay, I'll come to spawn. Он идет, давай, давай, давай. Окей, вон там еще сундук есть, я его посмотрю. У тебя есть... У меня больше оружия нет, нужно искать больше оружия, ребята. У тебя есть еда? Есть, здесь есть, есть, есть. На, возьми еду. А сзади есть какой-то парень. А, Кекс, are you here? I'm near this house now. А, блин, это другой. Давай. I'm kill him. Iron Sword, Iron Sword, yes! Дай мне твой. На, возьми Iron Sword, пик, 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 пик. Ага. Так, армор. А, у тебя iron? У меня уже есть. I'm near spawn now. I'm going to spawn. Kicks, yes. Going to spawn, I'm give you a weapon and armor. Да, 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 да. Ну ты можешь. Неплохо. Блин, мне кажется, у меня скоро ролики будут на английском, ребята. Behind you, behind you. О, yes, yes, I'm see you. I'm see you. Не-не-не, там есть вот здесь. Посмотри. Go, назад. Бежи, бежи за меня! Он остановился. Он завис, нифига себе, он лагает! Run, читер! Не-не, просто лагерь. Читер! Оу, ес! Вот, two hell. У меня тоже. Kixit, возьми этот... Kix, you want a sword? I have irons, I have a stone sword. Так, что нужно, ребят? Вот, возьмите вот это. Это. Ау, стоп! Sorry! Да, мне, give me a chest plate. Давай, разве на MCSG не понятно за то, что втроем бегают? Не-не-не. Вчетвером, да, только вчетвером, а четыре. Не-не-не, там есть соло. Когда соло, ты не можешь. Yes, yes. Что мы сейчас будем делать, ребята? Давай эту сторону. На! Давай эту сторону пойдем. У меня есть one gold apple. У меня есть один iron. Окей. I'm half stick. Нет, нету diamond. У тебя the master, у тебя есть diamond или нет? No. I'm half stick. Вот он. Это как сказать? Окей, go. Идем. We're going to the helicopter. Helicopter. А вы всю карту внизу знаете? Что? Да, я знаю карту. Да. Right, enemy. Мы всегда делаем анимацию здесь, не знаю. Понятно, видите, ребята, делают интро и знают, где что находится. Бист? Ну надо знать. Да. Бус. Пош. Толкни меня, толкни. Да, я сделаю. А! Нет, блин. А удочка есть? Может удочкой? Не знаю. Давай. Может его как-нибудь обойти попробовать? Стукнул? Нет. Что? У него еда, возможно, будет заканчиваться. He hungry, maybe. Yeah, hungry. А у него зажигалка, флинт. Ох, нифига. Не, подожди. Я здесь. У него еще три зажигалку. I hit him at the bow. Я здесь. Давай. О, хакер!
Акер! Run! Бежи, он сейчас на два health. Давай. Two health? Okay. Go. I'm eat gold apple. Oh, yes, okay. Nice. Oh, iron and diamond! Diamond, drop me diamond. Diamond, iron and diamond, drop. Go spawn, или go верстак, workbench. Мне надо кушать. Кушать, на, возьми, еды, сейчас тебе скину. О, я убил. Iron, chestplate. Да, спасибо. Spawn. Go to spawn, wait, kick it, wait. Okay. Блин, это тяжело, ребят, на самом деле, играть иногда с англоязычными ребятами, но это весело, реально. Непередаваемое ощущение, как будто бы ты реально, знаете, так попался с какими-то ребятами, вас закинуло, вот как будто бы ты реально в голодных играх, ты даже из разных регионов, вы не знаете, вы говорите на разных языках, вы решили объединиться, чтобы победить в этих ожесточенных голодных играх. И, возможно, каждый из них может закинуть тебе нож в спину, пока ты будешь отдыхать, но это еще не факт. Сука. Так, you need a stick, Kixit? The master, do you use iron? One iron, I have... Есть два тоже. Тебе надо шпага. Но мне нужен меч, да, дай мне меч. Ну не меч, нет, дай мне лучше этот... Iron. Да, iron, one iron. Да. Два у меня есть. Окей, nice. Да, у тебя есть флинт? У меня есть флинт, я сейчас сделаю стрелы. Да, не делай стрелы. А, ты хочешь зажигалку? Я сделаю зажигалку. Там есть... На. Фьюз. Дай мне Flint and Steel. Я уже сделал Flint and Steel, зажигалку. Да. А, вот здесь, давай здесь. Буст. А! Он меня сейчас убьет. Уходи от него туда. Стоп. I'm kill him. Oh, he has diamond sword. Окей. Don't worry. Don't worry. I'm kill him. He's gonna die today! Kurva! Kurva. Сестро, он удочку взял. Я иду на правый сон. He's fishing. Да, я сейчас убью его. No, please, no, kill me, guys, no! Wow. Он читер или нет? No, macros. Macros are you? Maybe macros. The cheating. Cheating. Nice! Ребята, вообще классно. Do you like my sword, my diamond sword? Tobaskus. Tobaskus, да, yes. Дай мне fishing pole, yes? Есть, на, возьми. We're gonna stop. I'm give you flint and steel. Да, дай мне. Okay. I'm half flint. You half ingot? Iron. Yeah, do you have an ingot? На, возьми еще two flint. Да, давай. Сделайте зажигалки. Да, мы можем сделать, давай, пойдем. Сейчас, я вам дам еще сделать, я задал кому-то флинт, возьмите еще один iron, сделай зажигалку. Еще один, только Chandy FX. Он делает тоже анимации. Да. Кто? Окей, спон. Гуд спаун. Респаун часть когда будет респаун? Еще 2 минуты. When is just respawn, Кикс? Да, yes, go respawn. Я не думаю. 12 minutes is just respawn, so it's about 4 minutes. 2 minutes, yes? 4 minutes. Точно, там же на 17 вроде минутах до скольки. Да. Как называется эта карта? Turbulence. Feel like saying turbulence. Вон там. Go, kill him. Он сейчас тебя убьет. Diamond sword! Run! Run, guys! Сейчас убьют. Катнис! Не, он бежал. Не давай ему убежать. Давай. He ball spamming! Low HP, I'm low HP, guys. He's low HP. Yes, I'm go. Yeah! Ooh, nice, guys, nice. I got the kill. Who wants a diamond sword? Give me. Okay, все, отлично. Three diamond sword. It's... Ну как мы будем делать это? Deathmatch. Deathmatch? Ну, короче, вы умираете, я вас убиваю. Окей.
Да, не-не-не, честный, честный, честный. Давай, давай вот так, давай вот так. С этими будем убивать. Да, сейчас. Посмотри на меня. Давай с этими будем убивать. А, ну можно, можно попробовать, да. А, может быть, можно сожжем всю лишнюю броню, ребят? Не-н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 е. Почему нет? Let's do 1v1s. You versus me if you use it, and then us, the winner of us, the master. Да, 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 я буду с Киксом, а я понял, вы будете сражаться, да, будет со мной, я понял, что вы имеете в виду. А вы куда ушли-то? Я остался один. Я в спауне. Окей, я тоже здесь. А, дозвонить через 10 секунд уже что ли начнется? Да, стоп! Fishing rod. Who's last? Me and Diffuser, and then one of us. А, настрой осталось, я думал, у нас четверо в табе. Таб. Я буду с Киксом сперва, а потом с тобой. Кто выиграет? Окей, wait. I need food. Не убивай, только смотри. Давай. 3, 2, 1. Hey. Let's go, buddy. You don't PvP like you enemy. Давайте, эти ребята сражаются, просто два отважных рыцаря, один другого пытается убить, оба говорят на английском, но один знает русский, у него есть явное преимущество, но кто же из них лучше знает попа, и вот, вот, нападает Киксит, на Фиксита, Фиксит, то есть, Фиксит бежит, нет, сейчас начнет его бить молния, ой, как хорошо он стреляет из лука, как же хорошо он работает луком, это даже от страха выбросил всю броню, она спала с его мышц, она съехала с него просто, как по маслу. Stick fight me, no balls, stick fight. Wait. Stick. No! No! Он предлагал ему драться с стиками, но тот его обманул, короче, ну понимаешь. А давай, okay. You lost me, ready? I don't have arrow. Oh, I'll give you. No arrows, no arrows. No arrow? Ah, oh, you give me, okay. No bow. Ah, okay, нет, с луками, пусть будет луки, okay. Ah, okay, with bow. Ready? 3, 2, 1. One, go! Идём! Та-та-та-та-та, Кикст идёт с луком. Ой. Я не могу. Отлично, отлично, отлично. Первое попадание на моему англоязычному коллеге. Жить. Кикст идёт. О, снайпт! О, the master shot. Оу, yes! Dying in fire! В общем, ребятки, получилось достаточно весело. Если вам понравилась эта серия, если вам понравилось, как мы играем с моими англоязычными друзьями, то обязательно ставьте лайк этой серии, потому что это было весело, реально, это было круто, это было необычно и захватывающе. Конечно, это был дисбаланс, потому что мы играли втроем против там, по втроем убивали людей, это реально было немного дисбаланса. О, посмотри, это Хэллоуин они сделали. О, Хэллоуин, да, смотри, Хэллоуин. Они только сейчас сделали. О, точно, смотри, мы когда зашли, не было этого. Вау, Хэллоуин. Хэллоуин спаун, yes. Лобби. Ну, что-то такое. Вау, this is cool. Давай сделаем скриншот, the thumbnail. Вот, ребятки, в принципе, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если вы хотите больше таких видео, то обязательно ставьте лойсы. Поделитесь этим видео с своими друзьями, пусть тоже поугарают. Это ведь реально весело играть с ребятами, которые не знают русский, либо плохо знают русский. Это реально круто. Это интересно, это захватывающе. Ну, а вам, думаю, интересно это смотреть. В общем, пишите в комментариях, какую следующую мини-игру нам сыграть. Может быть, это будет Skywars, Bed Wars, or Hunger Games. Я уже начинаю говорить немножечко по-английски, но Hunger Games, yes. Ну, это понятное дело, что survival game было, но я имею в виду, что пусть они предлагают и свои игры, которые они хотят, чтобы мы поиграли. Вот, maybe Mega Skywars, вот, и мы, может, поиграем в пятером. Вот, но это все зависит только от вас, ребятки, только от ваших лайков, положительных комментариев и желания того, чтобы мы снимали вместе. Ссылки я на них оставлю в описании. Киксит сделал для меня интро вначале, не забудьте про это. Если вы забыли уже, то перейдите по ссылке в описании, там есть его канал. Также есть там канал Фьюзита, тоже подпишитесь на этого парня, очень классные ребята. Фьюзит даже может будет иногда говорить по-русски в своих роликах, я не уверен, конечно. Это so hard. Вот, ну в общем на этом все, дорогие друзья, всем удачи и всем бай-бай. Bye. Bye.